Мама пошла за покупками в магазин. Мишу оставила сторожить вещи. Покупки. Будем будить. Около Миши уже начали собираться другие дети спать. Ты проснулся, ты думал, ты дома? Миша. Ты думал, ты дома, котик, да? Ну, молодец, выспался? Миша, посторожил вещи, молодец. Ну что, где мама? Ну какой? А зачем? Мы ж были там. А булочку? Булочку хочешь? Сейчас маму подождем, купим. Я знаю, где булочка. Сядь, ты спишь еще, котик. Ты еще спишь. Часа спал? Молодец.